Приветствую вас, друзья, на моем канале. В сегодняшнем видео хочу вам показать, как я буду готовить свои цукини. Много раз я вам уже показывала, как растут мои цукини. Вот у меня такой сорт. Срываю я всегда молоденькие цукини. Не даю им, чтобы у них была толстая кожица. И сегодня для меня будет необычное, как бы, видео. Я первый раз буду пробовать такой формат, как кулинария. Прошу вас не судить меня строго, но мне очень хотелось с вами поделиться одним из моих рецептов, как я готовлю цукини. Друзья, много раз я вам показывала, какие цукини растут у меня в огороде. Потом я их срываю вот такие маленькие, молоденькие совсем, чтобы кожица была тоненькая. И готовлю из них оладья, или вот в моем случае сегодня я, чтобы быстренько и не жарить на масле, буду готовить в аэрогриле. Вот уже припасла. Что я делаю, друзья? Я натерла цукини вместе с кожурой, так как я вам говорю, что она у меня очень тоненькая. Отжала их, порезала зеленый лук из моего огорода. Добавлю пол чайной ложки, вот бак-пульвер. Это разрыхлитель, 2 яйца, 2 столовые ложки муки и немного натертого сыра. И потом всю эту массу я положу в аэрогриль. Вот, друзья. И потом, очень удобно, кстати, в нем готовить. Правда, у меня он маленький, но на 1-2 порции тут хватает. Вот, он небольшой у меня, но очень удобный. А тут также у меня вот готовлю старшему сыну. Вот, друзья, видите, как запотело все. Это у меня говядина с картошкой и с овощами. Немного, ему как раз на один раз хватит. А что получится у меня, друзья, я вам покажу. Сейчас я все это перемешаю. Друзья, ну вот так у меня получилось. Еще раз напомню, 2 яйца, 1 цукини, немного тертого сыра, 2 столовых ложки муки и разрыхлитель, пол чайной ложки. А также, друзья, можно вместо муки класть вот такие овсяные хлопья. Только не крупного помола, но вот такие средние. Но в таком случае воду от цукини отжимать нельзя. То есть, чтобы оставалась жидкость. И смесь, что вы замесите, надо оставить на полчаса настояться, чтобы маленько разбухли вот эти хлопья. И тогда хлопья заберут всю влагу от цукини на себя. И то же самое можно делать или жарить на сковородке, или, как в моем случае, вот сейчас я буду делать в аэрогриле. Друзья, ну вот я переложила свою смесь в аэрогриль. Что у меня получилось? Выглядит вот этот, как можно назвать, пирожок, наверное, пирог или вообще запеканка. Таким образом, из цукини. Так, сейчас я хочу кусочек разрезать и вам показать. В общем, очень я довольна этой машиной. Хорошо все пропекает. И самое главное, что не надо вообще ни масла, ни жира, ничего. Вот, смотрите, друзья. Вот. Снизу вот так выглядит. Не надо стоять, как говорится, на сковородке жарить эти оладушки. Здесь тоже, видите, румяная корочка получается, очень все хорошо пропекается. На вкус очень даже вкусно. Единственное, что мало соли. Врать не привыкла, говорю как есть. Маловато посолила. Ну а так, очень даже вкусно. Вот. Хоть в горячем, хоть в холодном виде можно есть. Так вот, друзья, хотела сегодня вам показать, что я готовлю из моих цукини, которые я выращиваю у себя в огороде. Ставьте лайки. Пишите комментарии, напишите, пожалуйста, как
Вы думаете, получился у меня этот пирожок или запеканка из цукини или нет? Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. А мы с вами увидимся в следующих видео. Желаю всем хорошего дня!